Всем привет! У нас сегодня в обзоре компактный спусковик от фирмы Pixel, модель под названием Reversa 3. Ну а теперь немножко подробнее об этой модели. Устройство Reversa 3 – это компактное, легкое, надежное устройство, предназначенное для спуска и страховки. Модель универсального назначения отлично подойдет для скалолазов и для альпинистов. Фирменная технология под названием Adaptive Rope Control гарантирует оптимальное трение веревки в зависимости от ее физического состояния и диаметра. Предназначена для работы с двойными веревками в диаметре в диапазоне от 7,5 до 11 мм. Материал у нас дюраль алюминий. Также имеется вот такой вот стальной трос, который немножко прорезинен. Данная модель не крутит веревку при спуске, но с двойной веревки разделяет ее на целых две нити. Сейчас я вам покажу, как работает данный механизм. Ну, берем нашу веревку, продеваем ее, карабин цепляем. Здесь у нас идет сверху карабин, и мы спокойно можем спускаться на нашем спусковике. И не забывайте, все, что надо для альпинизма, промо-альпы не только вы можете найти на нашем сайте mandrivnet.com.ua.